17 серия, снова я снова на корабле, добежал, кое-как вернул свои души, 14 тысяч, по пути еще набрал, больше 14 тысяч, такие уже суммы пошли, приличные, жалко их терять. Так, а сюда мы не провалимся, если что. Так, вижу наверху еще одного противничка. О-оу. Нет-нет-нет. Я не лук собирался использовать. Так, по-моему, больше никого. Так. Нет, штурвал не активен. Интересно. А я думал, мы на нем уплывем. Может быть, еще рано. О, там еще, наверное, в трюмах лабиринтища будут. Все понятно. Закрытые пространства. Не очень я их люблю. Так, а что это у нас здесь? Это что, даже не сундуки? Странно. Эти сундуки я открыть не могу. Вот неудобнечковая ситуация. Так, ну что, ребята. Тут туман. А это значит, что там, наверное, вполне может быть какой-нибудь босс. А мне так не хочется с 14 тысячами к нему ходить. Чтобы их не растерять. Тем более здесь нет костра поблизости. Хотя, кстати, если нет костра поблизости, то может быть там и не босс. Что, будем рисковать? Ну давайте, кто не рискует, тот. Ну вот, все-таки босс. Зараза. Плакали мои тысячи. Надо же было хотя бы подготовиться тогда к боссу. О, нет, еще посох колдуна сломан. Ну, блин, ребята, ну это прямо закон подлости какой-то. Тогда будем закидывать бомбами. Что еще остается? Все, посох больше нельзя, сейчас сломается. И бомб нету. Ничего вообще нету. Это же жесть. Что это за магия? О, есть лук, кстати. Но он так слабенько отнимает, что даже неприятно. Так, ну вроде бы, кстати, шансы есть. Босс такой себе. Не очень сложный. Просто, может быть, он здесь не один. Может быть, еще будет его какая-нибудь вторая жестокая реинкарнация. Хоть бы стрел теперь хватило. Нет, тихо, тихо. Ну вот, он меня заразил и вырубил. А это не очень хорошо. Нет! Зараза. Всего осталось ему пару ударов. 14 тысяч, почти 15. Ну, идти опять через всю эту локацию. Это что за издевательство такое? Ну как так можно? Всего пару выстрелов в него и все. Идти, черт знает откуда. Почему этот посох постоянно ломается? Это, наверное, меньше надо ящики им разбивать. Зараза. Вот же. Вот же неприятная ситуация.
Так, я вот даже не знаю, эту магию стоит ли сюда ставить. Меньше будет, еще меньше. Характеристики слишком низкие, чтобы использовать это заклинание. Блин. Купил на свою... А, это не то, стоп. Это я... Это я балбес, вот оно, то, что нам нужно. Так, теперь у нас есть раз, два, три. Блин, ну как же это обидно, а? Всего два ударчика, и мы были бы в шоколаде. А что это? Огненная бабочка. Ею можно зажечь факел где угодно. Слушайте, наверное, крутая штука. И наверняка связанная вот, может быть, с тем большим... Как он называется? Светильником, который там вверху в небе подвешен. За который я говорил. Вот там где-то вверху. Прямо все настроение испортилось. Ну что это? О, так вот, да. Еще и давайте стрелами меня напихаем. Огненными, чтобы я вообще от радости. Сейчас я профукаю 15 тысяч, и я снова впаду в транс. Такие моменты в Dark Souls — это грусть и печаль вселенская. Тут же пока дойдешь теперь до этого босса, во-первых, всю магию снова истратится, во-первых, во-вторых, посох опять весь разобьется. Ну, какие они все-таки жестокие, эти разработчики. Так же нельзя мучать и издеваться. Этот еще здоровяк непробиваемый. А ну-ка, испробовать же надо новую магию. Я и забыл за нее. Так, большая стрела души. Стрела души тяжелая. Вот это новая, я так понимаю. И она, кстати, уже бежит, бежит к нам. Монстряк. Она не такая уж и сильная, кстати говоря. Поэтому, по сути, шило на мыло. Тех было 30, этих 21. И большого смысла в этом не было. Так, может быть, сюда нужно пойти, чтобы сократить путь. Все здесь ядовитые, все здесь заразные. Так, где короткий путь? Где короткий путь? Покажите мне короткий путь. Да, теперь я понимаю, что я, наверное, все-таки зря к тому боссу пошел, в тот туман. Ведь было же предчувствие правильное. Не ходить пока, сходить на костер, потратить души, прокачать. А теперь вот есть все шансы и души потерять, и босса не завалить. О, этот долбанный Dark Souls. 15 тысяч душ снова.
Два удара всего лишь боссу не хватало. Снова все души. Все вообще. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какая же все-таки издевательская игра. Ладно. Тогда я сейчас сюда, на этот дурацкий корабль, не пойду принципиально. Пойдем сходим туда, в ту сторону. Там еще один туман был. Пойдем разведаем, что там. Потому что этот корабль, я сейчас не знаю. Съем джойстик. Геймпад свой. От злости. Это же нужно так вообще. Ну как так можно было? Тогда 12 тысяч. Опять 15 тысяч. Это жесть просто. Ай, нужно было магию поменять. Ладно, пусть остается. Вот был бы костерчик там перед кораблем. Все было бы хорошо. Все было бы замечательно. Сел бы, прокачал и пошел дальше к этому боссу. Зачем было так жестоко делать без костра? Зачем? Объясните мне. Даже слов уже нет. Одни эмоции. Собор Лазурного Пути. Вот сюда вот я и хотел сходить. А то мало ли, вдруг, правда, на корабле уплывем. А здесь что-нибудь клевое было. А, ну да. Что же здесь еще могло быть клевого, как не босс? Ой-ой-ой-ой-ой, вот это он шустрый. Кстати, я его узнаю. Это паренек. Один из близнецов. Помните? Там был такой пузатый, а второй был вот этот товарищ. Все-таки достал. Жестко, жестко он достает, конечно. Очень длинно. Длинно атачный, скажем так. Слушайте, какой кошмар. Со всех сторон одни злые боссы. Выносят. Я-то думал, здесь хотя бы чуть порыскать придется, а там прямо сразу босс. За первым же поворотом. Так, ну давайте что-нибудь против него поищем. У нас, наверное, никаких ни гранат, ничего не осталось. Темные пилюли нам не помогут. Ароматную мазь можно. Усиливает магию и оружие в правой руке. Так у нас и так магическое оружие. Усилит ли оно? Тьмой. Ну вот это можно попробовать. Что еще тут у нас есть полезного? Кстати, да, нужно еще сходить флягу прокачать. Тоже за нее забыл. Да, у нас нет ничего особенного. Магические бомбы закончились, огненные закончились. Остались вот три смоляных. А нет, это огненная тоже. Ладно. Попробуем хотя бы ими воспользоваться. Ага, вот, пожалуйста, он показывает, что темной смолой на посох мы пользоваться не можем. Видимо, только на не магическое оружие. Вот вам. И все. Так, тогда мы его отсюда уберем, чтобы оно здесь не мешалось.
Так. Лук. Ну ладно, лук пусть будет. Особо не мешает. Можем, конечно, шапку одеть, но я не думаю, что меня это сильно спасет с этим боссом. Я попробую сейчас не уворачиваться, а щит использовать. Но мне почему-то кажется, что его атаки будут пробивать мой щит. Еще и вот этот никак не исчезает. Сколько раз я его уже... Вау. А он все здесь и здесь. Так, ставим самую сильную магию для начала. И ставим бомбу. Кроме бомбы-то, в общем-то, у нас ничего полезного и нет. Сразу же. Ха-ха. Класс. И бомбу потратил. И сдох. Ой, здесь дольше бежать к этому боссу, чем с ним драться. Получается. Хоть бы уже вот эти души можно было с собой забрать. Пойти за них. Хоть огненных бомб купить. Или что-нибудь в этом духе. Быстрее бегал. Что так медленно? Еще и стамина быстро заканчивается. О, все, этот пропал. Ну хотя бы. Хотя бы с ним не будет необходимости каждый раз возиться. Так, ставим большую стрелу. Окей, вот мой щит. Ух ты, хорошо срабатывает. Да, но не всегда. Жестяк. Жестяк. Ну ладно, не буду вас мучить. Помучаюсь с ним. Сам. А потом уже запишу вам. Ну не знаю, если удастся, буду пробовать записывать, начинать записывать с момента, когда я ему хотя бы там часть хп. Ну не знаю, как здесь поступать. Но явно здесь еще несколько попыток как минимум понадобится, чтобы с ним совладать. Не знаю, вы хотите все мои попытки смотреть? Ну окей, сейчас еще разок. Если не удастся, тогда заканчиваем серию.
может быть, чуть-чуть рановато сюда идти, да? С другой стороны. Можно, видно же, что можно. Просто нужно аккуратно. И души, кстати, в прошлый раз я не успел схватить, они полностью все сгорели. Так, это еще что? Чудесно, он еще и вызывает какие-то суперспецэффекты. Заразный. Зацепил. Причем так не по-детски зацепил. И он тоже смог скрыться за столбом. Ну, давай, кстати, неплохо. Неплохо получается, ну. А, нет, магия закончилась. Есть! Есть! Круто! Получилось. Фух, душа старого драконоборца и старое кольцо со львом. Кольцо со львом, это клево. Сейчас посмотрим, что оно означает. 20 тысяч, ну хоть какое-то облегчение. Так, кольцо, кольцо, кольцо. Где у нас кольцо со львом? Усиливает ответный выпад. Хм. Любимое кольцо сражавшегося с драконами рыцаря усиливает ответный выпад. После многих лет использования кольцо поблекло и стерлось. Но если присмотреться поближе, можно увидеть изображение льва. Нет, ну ответный выпад для меня не очень нужная вещь. Это больше для контактников, для тех, кто парировать умеет и тому подобное. Так, а что здесь еще между этих лавочек? Ничего нет. Так, я зашел с какой стороны? Кажется, с той. Ух ты, что у нас здесь? Только не говорите, что еще один босс. Я этого не выдержу. Кстати, еще есть ход. Видимо, здесь все-таки не маленькая эта башня. Молчит. А нет, вот можно. This is no place for one such as you. Be gone. You are not needed. Ух ты какой. Transient being. Nothing has changed. You would never make a knight of the blue, and I have nothing more to say. Be gone. You are not... Transient being. You would never... Be gone. Блю рыцарь, ишь ты, голубой рыцарь. Ну и ладно. Пугает он нас. Сейчас мы вот заберем что-нибудь классное в его сундуках. Железная маска рыцаря Хейда и башенный щит. Круто, мне нравится. Так, только не оживай, только не стреляй в меня. Фух. Треснувшее синее око. А ну-ка. Хочу щит посмотреть и... Ух ты, какой красивенький. 30 силы, правда, нужно. Но для воинов, наверное, красотища. Шикардос. Как говорится. Так. Этот щит похуже, чем тот, который у меня. Так, а что еще мы нашли? Уже опять вылетело. Что-то из
Шмоток, по-моему. Железная маска рыцаря Хейда. Вот она. Давайте хоть посмотрим, как выглядит. Симпатично, мне нравится. Такой. С пиптиком на голове. Так, оно, интересно, он лучше, чем... Да, он лучше, чем шлем рыцаря. Хотя в какой-то степени вот этот вот старый шлем рыцаря еще лучше, чем этот. Не, на самом деле вот этот неплохой. Наверное, я его одену, поскольку что-то эта шапка, которая якобы нам должна приносить предметы, больше шансов давать найти предметы, как-то она не очень хорошо работает. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Может быть, речь идет о мелких предметах, которые выпадают из мобов, и они все-таки выпадают чаще, нежели без шапки бы было. Но я как-то не чувствую. О, да, вот и костер. И зачем он здесь нужен? Странно, вот они натыкали костров там, где они особо толку от них. А там, где хотелось бы, не натыкали. Ну ладно, хотя бы получилось в этой серии босса завалить. В общем, я полетел тратить 20 тысяч. А с вами мы увидимся в следующей серии. Всем пока!